смотрите, вот это движение, которое мы сейчас сделали, оно, его можно делать так же, как и одиночное движение. Вход, выход, ошибарай, вбиваем. Контролирует руку. Если мы говорим о спортивном кроссе, сейчас захват одной рукой как бы разрешен. Ну или вторая рука, она работает, чтобы путь был открыт, чтобы боковой судьи рефери видели, что захвата нет второй рукой. Только рука спустилась, сразу замечание. Но это песня не о том. Вход, ошибарай, рукой помогаю и добиваем. Любой, кто хотя бы косвенно занимался борьбой, знает, что всегда ноги работают в одну сторону, руки в противоположную. Подсечка, подножка, бедро, все, что не возьми. Вот та же самая подсечка, это считается подсечка. Нога сюда, рука сюда, противоположный вес. Теперь мы сейчас рассматриваем вот это движение, которое мы делаем, не как ашибарай, а как небольшой момент, чтобы вывести его из равновесия, переключить внимание, заставить его переднюю стопу, впереди стоящую, чуть-чуть съехать вперед. Пока без рук показываю, просто таким движением. Раз, чуть-чуть, прям, это не удар, а чуть-чуть. Развернуть бедро, зарядить эту ногу и чуть-чуть его прям дестабилизировать. После этого мы переключаемся сразу на заднюю подножку, то есть показываю медленно. Раз, прихват. Раз, два. Но это нужно делать в темпе. Это бросок первым темпом, поэтому он сложный за счет вот этого момента скручивания. То есть здесь якорь, выход, разворот, сразу задняя подножка. Чуть вперед. Примерно так. Это тренировочное упражнение. Раз. И два. Еще раз медленно. Вход. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Раз. И два. Все, как вариант. Потом пойду связки с ногами. Пробуем. Добавляет время, хотя бы долю секунды в исполнении. Если, ну допустим, вот та же самая наша зеркальная стойка. Есть средняя дистанция, да, вот. Есть момент. А есть момент, он быстрый, но темп все равно. Есть момент, допустим, а есть момент. Все, это любое действие, хоть какое-то, в продолжительности, доля секунды все равно. Как говорят спортсмены, пловцы, боксеры, хочешь узнать цену времени, займись спортом. Проплыви там 50 метров на время, проведи там спарринг на татами 3 минуты, ты поймешь, сколько стоит одна секунда. А не так, что там, что так, что вот так, что там. Так, вот теперь смотрите. Вот тот же самый смысл, точнее не тот же самый смысл, а смысл перемещения. Мы сейчас отходим немножко от зеркальной стойки, но смысл вот этого скрестного шага. Это, ну, позволю дерзнуть, скажу, что это моя наработка. Тот же самый ход. Раз, два. А, нет, стоп. Кизами. Раз, выход. Раз, два. На возврате руки, на хиките, я схватываю на возврате руки куртку. Меняю ноги с крестным шагом. На линию отдачи остаюсь. Вот он, крестный шаг. Теперь эта рука работает по дуге. Сюда. Эта нога работает по противоположной дуге. Вот сюда. Тот же самый смысл разных векторов. Раз, раз, на возврате. И... Позволить чуть прокомментировать для детей. Посмотрите, у него ноги, вектор движения, вот в плоскости его обеих ног лежит. Нога вот так вот сечет. Посмотрите, вот расположение ног. Раз, раз, два. Оп, видите, его нога сейчас вот так вот пойдет. Да, срезает. В этой плоскости. Срезает. Эта нога работает с управлением к той пятке, а эта рука работает к этому носку. Я бы не делал кидами сюда, я бы уже подготовил ногу вот сюда. Да. Если работа в темп, то да, я бы вообще вопросов никаких, конечно. Но если первый номер, вопросов никаких. Дима просто больше моего бился, поэтому все как бы на практике. У меня такая еще мысль по поводу того, о чем мы сегодня говорили. После, когда мы выходим на позицию снаружи, если я стою
позиции стандартной, типа дзенку сюда, чем начальник плеч, то мне выходить наружу сложнее будет. Если я стану к одной линии, во всяком случае на, при выходе на среднюю дистанцию я буду на одной линии, то выйти сюда мне проще будет наружу. За счет того, что нога вот эта находится не на уровне сзади стоящей ноги, а ближе к его центру. И когда я сближаюсь здесь в попу цудачи, мне проще зайти именно снаружи будущего сюда. Поэтому старайтесь эту ногу выводить не, не если мы вот на линию встанем. Вот на линию. Представьте, вот ноги мои расставлены по две стороны по отношению к этой линии. Это один расклад. Раз, два. Другой расклад, когда я стою на центр, я смещаюсь. Для кого еще сюда уйти? Сейчас мы пока это оставляем, в смысле то, что я вспомнил. Сейчас продолжаем. То же самое, еще раз, смотрите. Вот сюда. Вот, и нога уже вот здесь. То есть вот что. Раз, два. Раз, два. А теперь вот такую фишку продолжаем. Раз, два, выход. И с этой линии это тренировочное упражнение. Если можно применять кумите, ради бога, никто не запрещает. Просто сейчас начнут вопрос, а почему вот он ушел, а этот остался? Вопросов никаких. Это тренировочное, это просто, ну я вам даю пищу. И сам тоже размышляю. Вы задаете вопрос, я тоже начинаю размышлять. Раз, два, выход, вот и выход. Ну, соответственно, комбинация. Просто наслаиваем одно на другое. Можно также с рукой прихватывать. Раз. Два, выход, вход, выход, контроль, диван. Еще раз медленно на ногах. Раз, два, выход, вход, выход. Можно я вот для старших, то есть для младших комментирую, вот все-таки идея, насколько я понимаю, спрятать то, что вы выходите вот именно на этот, именно, на этот угол. Вам нужно выйти на этот угол. А чтобы ногу спрятать, нужно отвлечь внимание на руку, правильно? То есть я руку посылаю туда, и я уже здесь вот работаю. То есть смысл ведь в этом, да? Конечно. Выйти на угол нужный. Если бы была задача попасть в уракен первым, и все, на этом становится, ну я бы не знаю. Если речь идет о зеркале, я бы как-нибудь там, не знаю, качнул, там ушел сюда, нет, и нырнул. Если речь идет вот именно об этой руке. Но здесь-то это смысл, чтобы он среагировал, открылся, движение руки, вот оно. И здесь открывается. Это же как полочки. Сюда показал, он открылся. Ага. Здесь дал, он закрылся, туда показал, руки поднял, сюда засадил. Ну это вот математика. Раз, два, выход. Я куски ошибался. Все, чего? Раз, два, три, смена. Делаю юряш. Убираю корпус под себя, блокирую руками. Обеими. Вот таким образом. Еще раз делаю. Корпус. Вот. И отсюда теперь отличный вариант. Такой он немножко нестандартный. Сейчас посмотрите. Вот таким образом руку наложил. Ближняя рука на запястье, дальняя рука на плечо. Как под шаг в борьбе. Верхнюю часть колена.